Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала. Я хотела показать вам, какой сегодня у нас красивый день. Солнце светит. Да, огород тает. Прям снег на глазах оседает, оседает. Вот и хорошенькая погодка сегодня. Вчера, по-моему, хмуро было. Ну, а сегодня вот так вот. И снег передали вроде бы во второй половине дня. Вот так что радуемся новому дню. Так, к окну подошла, еще покажу. Я недавно сняла, но еще не загружала это видео. Тут у меня вот лучок стоит. Вот, видите? Как-то его... Да, я его уже обрезала. Пусть стоит. Он у меня пророс. Вот, а еще хотела показать. Вот у меня все стоит уже не знаю сколько. Уже вот этот... Я показывала, сняла и видео не скидывала, не загружала. Вот. А тут вот еще и молоденький уже расцвел. Было 3 бутона. Вот. Так что... Ой, ну какие они красивые. Вот я ими любуюсь. Да? Какие красивые. Близко вот так посмотреть. Так, ну. Всем пока. Они вот упругие. Вот от чего зависит. Я ничем не поливаю. По-моему, это видео я снимала где-то месяц назад. Вот. И тут уже, видите, какие бутончики. Вот. Вот. Ничего в нем такого нет. Ничем я не поливаю. А вот в этот раз очень это долго держатся цветы. Вот долго. Вот какие-то мошки, вот, видите? Мушки-блушки. Мушки-блушки. Откуда-то они вот это. Вот я раньше такого у меня не было. Это вот от этого. Это вот от орхидей. Вот я заметила. Угу. От орхидей. Ой, ну вы посмотрите, какая красота. Я думаю, они упадут. Они все еще такие упругие. Но я их, правда, проливаю долго. Вот раньше так полью немножко. А сейчас я их держу в воде. Горшок прям в воду ставлю. И в воде. Стоят они у меня по 4, по 6 часов. Вот так что. Этот маленький, бедненький. Какая-то вот у него болячечка тут образовалась. Вот видите, болячка. Ой, мне стыдно со своим маникюром. Ладно, сделаем маникюр. Пенсию получили сегодня. Мы теперь богатые. Прям куда уж. Вот. Сейчас я хочу на улицу выйти и показать. О, а так не видно. Как снежок идет. Не видно, видно. Через окно. Смотрите, как в зимнем царстве. В царстве, государстве. Вот не знаю... На следующий год это косить мне траву в огороде или соседям оставить, чтобы они позлились. Как они меня злят каждый год. Каждый год. Вот и по забору вон там трава. Все осталось. Я с вами не попрощалась. Всем пока.
сегодня такое видео, сегодня у меня дела, как бы. Ну, вот такое небольшое видео. Всем пока, до свидания. Всем раздаю воздушные поцелуи. С вами была я, Елизавета, и канал мой «Все будет хорошо». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!